Здорово, народ, это Хаунд и Жилмор. Мы продолжаем проходить Раст, выживать здесь. Наш прошлый дом и прошлый сервер уничтожили. И я не знаю, что нам делать. Мы пошли на новую игру, по новой будем начинать это все. Короче, в прошлой части я назвал видео, как не надо выживать. А эту часть я планирую назвать, как стоит выживать. Жилмор, подсказывай, что нам нужно делать? Ну, первым делом построить дом, конечно же. Не такой, как был в прошлый раз. 2 на 8 блоков. Переставь. Нет, давайте буду светить, чтоб ты делал. Давай. А то иначе задница... Я его все равно не вижу, а вот... Не-не, я бегу за тобой. Как ты меня ударил спиной? Я снимаю хп, кстати. Но мне сейчас сняло хп немного. А, ну все. Думал, тут есть, типа, но... Огонь по друзьям отключен. Да, я тебя умоляю. Ух ты! Кто-то дом построил. Надо еще определиться, где будем строиться. Ну, давай карту гляну сейчас быстренько. Мне кажется, вот возле дороги где-то на Г-19, в принципе, можно. На дороге всякие дропы появляются. А может Г-18 на горе? Ну, давай, но... Ну, хотя с другой стороны, снежная, знаешь... Конечно. Знаешь, это мне неудобно будет. Зима мне уже надоела, честно говоря. А мне не нравится дорога... Ой. Мне не нравится зима тем, что там гора, а на горе не очень удобно дом строить. Он у нас опять узкий будет, как в прошлый раз. Для начала и нужен узкий. Да нафига узкий? Сразу широкий строим, максимально широкий. Да не, много ресурсов уйдет. Ну, типа, сначала мало, но все равно потом можно расширять. Базаришь. Ладно, давай так делать, как ты предлагаешь. Ура, рассвет! Сейчас начнется нормальная картинка, а не то, что мы терпим. А, этот рассвет еще будет 2 минуты идти. Да ладно, как в Майнкрафте, наверное, как быстренький. Блин, а как резкость убрать в этой игре? Да настройка где-то, посмотри, я не знаю. Да, мне лень, если честно. Я думал, ты знаешь, скажешь там, зайди сюда, зайди сюда, зайди сюда. Да нет, да там перевод ты видел? Да я видел, через слово все переведено. Полуинглиш. Как этот пиратский GTA, там где первая буква всегда И была. GTA и Андрес. Хорош, у нас много дерева? Нет, 1000. Это мало, да? Очень мало. Ну, среби какой-нибудь здоровый еще. Вот это, например, ну. А тут нет разницы, здоровая, мелкая. Она да ладно. Вроде одинаково приносит. Даже с березы этой тоненькой? Да. Это глупо. Не, ну, честно говоря, я не знаю, но я не замечал прям такой прям разницы весомой. Может, есть где-то разница в 200 дерева. Угу. Сейчас это все из пещер повылазят и будет вообще тяжело нам. Можно здесь вот прям в кустах внизу сделать, офигенно будет. В кустах? Ну, как тебе? И, короче, сейчас выйду к тебе, Свет. Ты меня увидишь, я тебе покажу. Слава богу, ты закончил. Вот в этой яме дом сделать. У меня факел сломался, прикинь. Вообще ничего не видно. Вот этой яме сделать дом. Все, вижу, да. Ты вот поглянись вокруг, нас тупо не видно. Хорошо, сейчас я вам тут камень сломаю. А камень зачем? Камень тоже камнем топор, будешь ломать? Топор сделаю, да, да. Блин, немного подлагало мне. Я тебя не ударил? Нет. Ладно, буду ломать со своей стороны, ты со своей ломай. Мне камень все равно добывается. Что тоже по этим? Тут тоже мини-игра, если видишь. Да я знаю, это там по бликам попадать надо. А мне так и так камень добавляется. Тебе сколько с одного удара добавляется? 7. Не 11. Ну, разница всего 4 камня, ничего страшного. Мне будут похавать и воды найти. А посмотри, как мало. И хп нету у меня вообще. Где это все брать? Ну, воду можно попить из реки. Именно реки, а не моря. А, то есть здесь еще отдельные реки, да, здесь? Например, видишь на карте, посмотри, открой карту, посмотри назад. Вот оттуда можно пить, видишь, оно типа к основному не, это, не примыкает океану, который дальше. Вот из такого можешь попить. А, вижу. Это, смотри, ученый ходит. Где? А вон его можно убить, но он, у него пушка есть. Это бот? Да. Ну-ка, я пойду погуляю, посмотрю на него. Он тебя может убить сразу. А, это... Потому что я подойду к нему? У него пистолет, да. Тут какая-то... Он, кажется, нас спалил. Так, свитер какой-то нашел.
Металлолом. Он ушел, нет? Это что? А что он за мной ходит, я не понимаю. Он просто ходит, не стреляет. Не знаю. Он круги здесь дает. Я к ним не подходил раньше. Я тоже не собираюсь подходить к нему, я не знаю, на что он способен. Я лучше каким-нибудь образом свитер одену на себя. Как ее одеть-то, не понимаю, водолазку? Свитер? А, правой там... кнопкой. Я навел ее на тело. Перенести. А, нет, он не перенес, он выбросил ее. По-русски пиши, когда ко мне обращаешься. Кто-то ко мне подбежал тут, дорога. Это я. Это ты, а почему ты не в моей команде? Я не вижу. Ты вышел, что ли? Блин, возможно. Я создал по новой. Прими как-нибудь. Давай. Я нажимаю на Е. На F нажимаю, все. А ты такой же... Я увидел то, что зелененькое не горит, ага. На тебе, и сразу подумал, что это... Тут у кого-то эти... фундаменты каменные. Сможешь такое же сделать? Да, такой камня надо найти. Пока что деревянно сделал, ничего страшного. Думаю, как не открыть? Первые 10 минут не зарейдят. А, во, крафтинг нашел. Киянку надо дерево. Фонарик, фрагмент это, металла. Пока не смотри туда, оставь дом на меня пока что. А я подумаю, как эти крафтить, пока научусь. Штуки всякие прикольные. Пойду подобываю. Попробую покрафтить. Я чё, вот и норе строюсь в этом низу, как хотел. Ну давай попробуем. Это же идеальное место. Ямы-то по горам никто не бегает. О! Я бестягу получил, посети дорогу. К чему бы это? Самолет что ли пролет? А, да, самолет летит, смотри. Да, можешь на него даже не смотреть. Да, какой я знаю. Если ты пойдешь его собирать, а там... Там миллиард задротов с калашниками. С калашниками, снайперками. Тут есть снайперка в этой игре? Да, АВП. Ну, все понятно. Недавно добавили, кстати. Значит, реально бесполезно. Вот была бы у меня АВП, я бы еще побежал за ним попробовать. Забрать. Вообще ноль намеков на ящик. Он по приколу летает, что ли? Ничего не сбрасывает? Он должен сбросить. Может, раньше сбросил, карта здоровая все-таки. Ну не знаю, он пролетел, вот вообще ноль намеков на ящик. Никакого пикселя не вижу. Тебя стреляю, что ли? Это бот. Ученый! Это бот. Нифига он псих! Нифига он псих! Ныкайся. Тотал его лупит, смотри, прям идет, лупит меня. А, он бежит даже? Я просто бегу, не оглядываясь, бежал. Чем от меня надо? Где он? Блин, с моей резкостью очень тяжело найти его. Нашел кого щемить, ё-моё. Голую бабу. Он какой-то больной? А, он на дороге стоит, прикинь? Он остановился, он бежит за мной. Так он в тебя с дороги стрелял. У меня 12 хп осталось. Капец. Я ещё на одну тычку. Как сделать хп? Ну, найти хил какой-нибудь. И это весь дом? Да он еще даже вообще даже чуть не готов. Зайди в шкафу, авторизуйся. Ага. Все, авторизовался. Что? Да он задолбал, что ему сделал. Он дурак какой-то, я не знаю. Его надо убить, в них могут всякие плюшки попасться интересные. Че, с дороги лучше. У меня что, камень убирается, прикинь? На этот, в ящик. Камень в ящик? Он меня убил, кстати. А, я даже дверь не могу закрыть, лол. Ты хозяин, поэтому дверь не могу закрыть, да? Нет, потому что на ней замок висит. Ага. Типа, это... если бы кодовый замок висел, ты бы мог, а если такой замок, типа он... Как думаешь, стоит пробовать его убивать? Да нет, камня точно нет. Хотя бы лук. Не, у меня этот есть, топор каменный. Не фигня, выведешь, что ли? Не увидишь. А я бы постарался его забагать, ну, конечно. Надо три раза в бошку дать, только если стрелой, то... Можно... Обалдеть. Так ты даже топором не сможешь. Ну ладно. Нет, так нет. А, во! Я думал, с топора не добывается дерево. Появился очень далеко. Вообще далеко? Очень, да. Не знаю, как я добегу, наверное, суицидник. А сдохни? Ну, суицидник. Нате. Вот дерево быстрее рубится от топора. В разы. О, я тебя нашел. Здорово. В меня он сейчас не стреляет. Хотя бегу по твоему трупу. Я не знаю почему, не знаю.
изначально у меня начал лупить вообще. Да какой-то тупой ученый, что с него взять? Вроде ученый, а тупой. Я знал таких ученых. Да-да. Так. Ну, я попробую добежать. Надоело умирать, что ли? Далеко, но далековато. А тут нельзя умирать прям каждую секунду. Тут еще когда есть на это дело. Я топор разбил, прикинь. А мой подбери. Там где-то рядом с моим трупом, где ты пробегал, должен быть рядом топор, он у меня в руках был. Mm-hmm. Так, вот твой труп. Только обыскать могу. Топора не Нет, вижу. Нет, он где-то именно должен рядом с телом лежать. Только мухи вижу. Топора не вижу. В траве нету. Ой, ладно, это надолго, короче, будет занятие искать. Топор твой еще. Сделай новый. Да ну мне лень домой возвращаться. Я сейчас дорублю этим камнем. Пойду сделаю. Ах ты, погоди, что это плю-то? Он же прямо здесь делается у меня в инвентаре. Так. А ты что, домой бегал? Ну я думал, надо дома где-то делать на верстаке, как в Майнкрафте. Есть, конечно, такие вещи. Но именно такие начального уровня, типа топора, не нужны. А в этой игре есть верстаки, типа того? Да, их три уровня. Там на них оружие, наверное, кратить, да? Чем круче уровень, да, тем лучше шмотки ты можешь делать. Ага. Ну, надеюсь, мы доживем до этого момента, когда построим верстак. Это вряд ли. Квест первый. С такой-то игрой, где тебя ученые убивают. Будет неудачно, что если я буду подбегать, и меня где-то рядом убьют. Потому что я реально далеко. Я просто топлю на шифте и все. Если ты сдохнешь, ты опять там появишься. Это будет просто фиаско. Можно будет по новой записывать ролик. Просто я уже инструменты накрафтил, мне как бы жалко умирать просто так. А, то есть ты уже все сделал, да? Ну да, я просто решил добыть один камень, одно дерево, ну и все, как бы уже все сделал. Обалдеть, береза такая долгая. Хотя рублю ее топором. Еще, это вроде единственное дерево, которое багается постоянно в игре. То есть этот крестик, он просто на месте стоит, и ты как бы в него бьешь. Бесполезно, не пропадает, да? Слышь, а где еду добыть? Ну, животные, если видишь. Нет, или у меня животных рядом. Культуры всякие растут, типа кукуруза, тыква там. Обалдеть, то есть я сейчас умру, да? Сколько у тебя хп? Или у тебя сытости? Хп 40, сытости 0. Оно так-то долго отбавляется. Я попробую сейчас, конечно, походить, поискать. Но мне кукуруза, надо убрать вещи. В принципе, на всякого, на каждом углу должна расти, или тыква. А к нам могут зайти какие-нибудь чуваки и забрать вещи из шкафа? Конечно. Потому что на нем даже замка не висит. Так открыл, чтобы ты авторизовался, но я умер и не могу закрыть тебя. Так, где ты бежишь сейчас, гляну? В меня ученый стреляет! 3 хп у меня осталось. Все, а чё? До свидания, я умираю. Если у тебя получится, сможешь до меня добежать? Я нашел вариант получше. А, типа, это дом фигня, да? Оставляем его? Да, да, да. Я заберу вещи и побегу к тебе тогда. Да, давай. Можно до меня добежать. У меня одно хп осталось. Я умру? Да, если у тебя сытость, тем более, на нуле. Просто надеюсь, что ты где-то рядом появишься со мной. Угу. Я просто вещи все сбросил в шкаф. Там металл был. Давай, убивай меня, чё? Ты хотел этого? Давай, убивай! Где ты? Повезло тебе, я в листве умер. А меня тяжело найти так-то залутать. Миш, что сам сейчас добежишь и залутаешь себя? Не, в том смысле, что меня чуваки никакие не подойдут, не залутают. Да, никому не достанется. Угу. А чё я лежу? Как умереть? Жать возродиться. А у меня просто чувак лежит, что-то рукой машет мой. О, все, умер. Меня, наверное, этот рез тут могли, да? А, да, я мог бы тебя поднять еще. Да, нафиг надо. Начинай дом строить, сейчас подойду к тебе. А тут дело так, в том, то, что я нашел как бы дом без дверей, просто поставить двери и он даже. Ух ты, я в Т-18 аж появился, обалдеть. Тут куча магазинов рядом всяких. До тебя бежать мне недалеко. Нет, это на самом деле далековато. Да, ну, ты просто не знаешь мою скорость.
Мне надо что-то добывать по пути, там дерево, камень. Нет, нет, я все тут уже делаю. А там лес, что ли, какой-то, да? Что говоришь? Там лес какой-то жесткий. Да. Не, ну резкость в этой игре — это беда. Во! Идеально стало! Картинку, которую я заслуживаю. Все, нормально все. Да. Без, теперь без единого размытия. Что-то по времени еще нормально. Без единого размытия все стало. Я нашел какие-то эти башенки, которые электричество проводят. Они почему-то все гнутые. Так и должно быть. Это просто декорация. То есть по факту они декор бесполезны, мира. Да? А в них можно дом построить как-нибудь из них? Нет, вроде. Блин, было бы клево. Там всякие стены на них строить. Еще как-нибудь. Не, ну я знаю, часто строятся на остановках, которые тоже являются элементами окружения просто. Так удобнее строить, типа? Да нет, просто, я не знаю, делать нечего, может. А они ломаются, эти установки? Нет. А, так это кто, имба? Бронированное место для жилья. Какой-то форт нашел. Тренинг. Ну-ка. Видимо, это магазины. Я думал, ногу сломал. Слава богу, я живой. Тут ух ты! Сломать. А, будешь ноги ломать? Ну, просто будет хруст, ну ты сможешь дальше бегать. Не, хруст-то был, да. От меня олени убегают. Стоять! Меня олень убил! Тебя олень убил? А, оно же мирное животное! Че, тебя быднул? Так это я на него быканул. Ну, он тебя, наверное, рогами в ответ, да? Так я думал, олени-то... Нет, это, знаешь... Все обороняются, все жить хотят, Димон. Ну, о, я ближе стал тебе. Ха. Нифига, медведь идет. Тут даже медведь есть. Жесткая игруха, жесткая. Очень прикол. Давай. Я потерял дом. Серьезно? Да. Да ладно. Я поставил туда дверь и шкаф там. И ты не можешь, как ты не можешь его найти, вспоминай. Не знаю. Я просто отбежал, там было много камня и... Угу. Побежал его добывать, и я все потерял дом. Да как так-то? Ты конишь? Где-то точно, где-то в этой окрестности, помоги найти. Офигеть, основку нашел. Ой, я вроде нашел, ладно, все, слава богу. Ну я только мимо болота бегу. В болоте можешь им полезно найти? Глина нужна тебе какая-нибудь? Нет, 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 такого нет. Кому? Без болота можешь попить вроде. Ой, да ну. Я шоколадки нашел. Можешь их похавать. Не, ну это базара ноль. Ну а вдруг тебе не нужнее? Ну я сеттинг, ой, стерминг на ноль, конечно. Так, давай еще принесу тебе, похаваешь. Давай. Тут еще какой-то... Блин. На карте никак на место не обозначено, но я в квадрате М21. Прям под тобой, справа. Тут нифига себе магаз какой-то. Так-то обозначено, если на карту приглядеться, там типа видно, что дорога идет туда. Там ну да, это магазин какой-то, супермаркет. Ну да, там переработчик стоит. Как бы важная. Ну а ты мне в прошлый раз рассказывал что-то про него. А что, ничего забрать не могу? Ни хлопья, ни бутылки. Странно. О! Нашел какой-то стаканчик из-под кофе. Заберу, а вдруг гранату сделаю какую-нибудь, не знаю. Да не, если там, наверное, пустая банка какая-нибудь. Возможно, я тебе потом покажу. Заберешь. Так, багажники тут не открываются, как в Generation Zero, к сожалению. Потому что в Generation все машины открытые, люди друг другу доверяют. А здесь наоборот, вообще все закрытое. О чем можно говорить, когда в этой игре колеса 2D-шные? Просто картинка из Paint'а взята. Не гони, тут вообще графон отличный. Ну, если встать на место и ждать, пока все загрузится, конечно, будет отличный. А я бегу на шифте, мне. Может, ты просто на минималках играешь? Ну, возможно, что. Делов-то. Так, погоди. Карта Г. Пока вспомнишь, как карту нажимать, убьют 300 раз. Поменяешь, чтобы по дефолту было. На М? Да. Да, мне лень. Ого, тут порт.
Это ты бегаешь? Я не знаю, на карте посмотри, где я бегаю. Нет, это не ты бегаешь. Ты чувак какой-то с рюкзаком бегает, а в одежде уже весь. Я тебя вижу. Я тебя тоже видел, моргнул только что. Ну, в принципе, его забить. Он дерево срубил. Ну он явно крутой. Он быстро срубил дерево. У него что-то есть. Я за его дом спрячусь. Понял. Он потому явно, что только что от него бежал. Крутой пацан. Тут есть 3D лицо в этой игре? Какое лицо? 3D. Ну, в смысле, третье лицо. Он меня спалил, что ли? Он меня убить хочет! Косой. Да-да, беги-беги. Так, куда бы заныкаться, я не понимаю. У меня так. Теперь целится. Хорошо, забайте его на себя забайте, максимально долго. Я его еще пытаюсь убивать теперь. Да, да ладно! Мне бы теперь вас обоих найти. А, он меня застрелил. Я услышал. Походу это он меня забайтил, потому что у него типа только лук есть. Я, кстати, по нему 3 раза топором ударил, потому что у меня с лука не мог попасть. Ух ты, я лодку могу толкнуть, прикинь. На них плавать можно. Че, тебя забрать нет на лодке? А, так тебе же нужно топливо. А, она с топливом только, да? Да. Ладно. Говоря, себя не могу найти на карте этой здоровой. А, все нашел. Блин, себя? Я прям через реку. А я тебя не вижу почему-то. А, я... вижу. Блин, вижу, я вижу, прям вижу. Через реку, видишь? А мы в прошлой части тут начинали, где ты сейчас? Нет, это карта другая. А, да? Через... Да. Ну, порт такой же. Разный. Мы тоже в прошлый раз около порта были. Сейчас чем придумаю? Приплыву, наверное. А где ты дом строил? Очень долго. Это не я строил, я просто нашел каменный, но он вот где-то там, где ты бегаешь. Каменный, да? Каменный, у него деревянная дверь. Так, каменный дом, деревянная дверь. Но дверь ты не откроешь. Угу. Ты только меня ждать. Не, я не спорю, мне хотя бы посмотреть на него. А он ультра огромный? Нет, он маленький. Ну просто я вижу, что здоровые дома дымящиеся. Нет, вот где-то рядом с ним. Он как бы ближе к скалам, которые к воде идут. Ты на него пароль поставил? Только замок. Я нашел дом, он наполовину железный, наполовину каменный. Если дверь деревянная. А я не знаю, как это. Вроде дверь металлическая с паролем. Нет, тогда нет. Солнце, это вообще тебе не передать, что такое. Особенно в мое время, когда я снимаю. Оно все максимально на мне сосредоточено. Купи себе. Ты где бежишь? Черные шторы. Так... Уже близко. А, ты к дому уже бежишь, да? Да. Я вообще, наверное, не туда бежал, получается, беги в гору. Примерно на меня. Но я бегу плюс-минус. Я тебя вижу, ты моргаешь. Ага, все. Теперь ты не моргаешь. Ой, я вообще не туда бежал, прикинь. Это он? Да. Ну, это идеальное место так-то. Если подумать, в лесу, непалевно, под горами. Та-да. Под горами. Добро пожаловать. Закрой дверь. Закрой, пожалуйста. А то пацаны спалят нас. Красиво. Ёлочка есть. Ну, тупо своя елка здесь. Так, сейчас я на всякий случай вторую дверь поставлю, но его нафиг. Маш, шоколадку похавай. А почему я не могу вещи убирать? Что за прикол? Ты вещи не можешь. Убрать не могу вещи. Ты, наверное, просто не разобрался еще, как это работает. Так я перемещаю просто на склад в ящик. Так в этот ящик нельзя. Сюда можно складывать только камень, металл, всякие, короче, ресурсы, которые расходные. Mm-hmm. Типа ну ладно. Таких вот по таким ящикам пихай, вот по мелким. О, кинул. Посмотри, в этом ящике я нашел кофе. Это то самое кофе, которое я говорил? Это банка с огурцами. Соленья это. Угу. Есть там вроде шанс какой-то, что тебя стошнит. 50 на 50, что ли, что тебя стошнит и что тебя не стошнит. Окей. Чем сейчас будем заниматься? Что надо сделать еще для дома? Для идеально. Дома уже ничего. То есть тут жить можно, но его сломают же да. По-любому. Ну типа нам надо только это... Спальники надо сделать. Да, спальники надо... И дверь покруче, наверное. Да, потому что для этого надо убить животных, потому что нам нужна печка. Но для этого мне нужен топор. Нет, чтобы убить животных, скорее нужен лук. А как нам лук сделать? Ого, как нам лук сделать? Нужна ткань. А ткань где взять? Вообще найти, которая она должна расти в земле. Она должна расти в земле, ткань? Ну, конопля. Видел коноплю? Она, типа, растет. А. Я тебя понял, что ты имеешь в виду. Вот, да. Вообще можно найти и переработать. Но так дофига народу, что все ящики лутают, которые спавнятся. Короче, сейчас разберемся, погнали. Погоди секунду, у меня это делается.
Я у тебя немного дерева украл с камнем. Себе топор сделаю с киркой. Ладно. Погнали. У меня есть факел. Я думаю, у нас немного люди будут бояться. Давай. Открой дверь, пожалуйста. Давай. И закрой. А, закрой точно. Ту и открой эту. Да, да, да. У него лук, кажется, наверху. Он потом что-то из-за спины доставал. Погнали. Замочим их? Да, я не знаю, у меня камень одет. Там все наверху, было... видишь? Смотри наверху, какая крепость. Ох ты. Там стреляются, ну-ка пошли туда. Я вижу. О, он нас видел, спалил, кажется. Он, по-моему, прыгал и развернулся на меня. Вроде на нас пофигу, то что мы голые. Я с камня буду бегать. Как ты руки голый взял? На ту же кнопку нажал, на какую держал. Прям камень на один держишь, но не на один. А, все, понял. Это очень удобно. Так, когда стяга вылезла, скрафтить кирку. Неплохо. Уже вторая серия, я миллион достяг получил. Базовый, но все же достяги. Раз за один заходка с тобой, ну, был, сразу все получил. У меня тоже ни одного не было. Их типа не так давно добавили. Ну, игра же обновляется все-таки, разработчики следят за ней. Тут должны ящики спамиться, но тут народу вообще, наверное, бывает. Каждую секунду прибегает кто-нибудь. Да, жесть. Па. Ну я кирку взял на всякий случай замочить. Топором разбей. Я не знаю, почему это не уйди. Сломано. А ты что, не сделал себе? Ничего? Нет. Я думал, просто мы выйдем, нас убьют. Ух ты, забери зеленую карту доступа. Для чего она нужна? Давай. Ого! Опа. Железо, GPS, металл. Тут ты ништяк нашел. Много МВК, если... Короче, это реально много МВК. Его желательно не потерять, но... Домой сейчас пойдем. Желательно, да. Типа, ну давай залутаем туда заправку, пойдем домой. Да. Сможем идти. Пока нам вроде везет, тут не лутали, мне кажется. Сумка, мусор какой-то неинтересно. Ну-ка, за кассой должно что-то быть. А за кассой ничего нету, странно. Какая-то слишком огромная ванна. Странно. Нам, походу, просто на один ящик повезло, а не да? Лучше какой-то мелкий. А может он только-только заспавнился? Наверное, да, так и есть. Может, стреляет. Блин, пацаны стреляют, короче, обалдеть. Короче, пробуем валить. Домой? Или куда? Не, вот по дороге. Чуть полутать ее. Видишь, вот всякие вот вон бочки, видишь, стоит? Так, ну-ка подойди поближе, вижу. Ага, вижу. Вот такие ломать, с них падает дроп. Какой-нибудь. Ну, давай попробуем. Металлолом, чертеж. Чертеж нажми в инвентаре изучить. Так. Изучить. И как, значит, выпало? Там должно быть на нем было нарисовано, я не знаю, ты не разглядел. Нет. Я просто нажал изучить сразу же. Нали, пробуем домой идти. А если смотри, я на одном сервере добыл чертеж. Он у меня навсегда на всю игру запоминается? Нет, он просто на сервер, да? Сервере, только в сервер, да, прикрепляется. Обидно. Ну ладно. Ты ткань нашел? Нет. Блин. Уходка такая неплохая удалась, на самом деле. Для начала, да? Просто я серьезно не хочу, чтобы мы МВК потеряли. Это вообще ценный металл. Что такое МВК? Это типа металл высокого качества. Так, это ты типа, мне расшифровал. То для крафта нужен типа всяких пушек. Но это в дальнейшем, конечно, если мы тут задержимся и будем типа... А, это вот он, это металл, который я нашел, что ли? Да-да-да. Я думал, то, как в Майнкрафте железо не самое ценное. Нет, наоборот, самое ценное. То есть то алмазы, мягко говоря. Если дом из него сделать, это очень дорого. Но если из него дом сделать, то там вообще рейдеры это... Обосрутся его ломать, да? Пройдут, да? Ну ладно, у нас есть каменный дом. Тоже неплохо, наверное. Так, на тебе. Вот эту... Ой, не так. Это что ты за будку добыл? Я не знаю. Я, кстати, никогда ее не использовал, не знаю. В принципе, все, пошли снова. И так, каждый раз я буду перебегать, пойдем ногу тащить. Ничего не потерять. Ну так-то да. Это выгодно так бегать. Но не экономично по времени. Можем на дурака сходить за этим, за аирдропом. Ты увидел? Да, ну вон самолет полетел, я не знаю, где он. Не знаю, вон дурачки. Там пацан бегает. Дурачки на крыше. Он палит нас! Ныкайся! Господи, я не понимаю. Да он бомж играет с низкими настройками. Я без хп. Пацанам прикольно, понимаешь, сидеть на доме, стрелять по бомжам в округе.
Ну... Просто сидеть на доме. Очень весело, никому не давать выживать. Рядом, понимаешь, он даже не бегает рядом, он просто сыт потерять свое оружие и сидит на доме. Им повезло, что мы не байтим никого. Вот были бы у нас снайперки. Ну все, у меня хп мало. У меня тоже. Говно, надеюсь... Все попробуем туда сбегать. Я надеюсь, его в школе замочат в следующий раз, когда он придет к нее. Витя, 8 класс, стреляя по бомжам. Фу, тихо, чуть не умер. Нифига, чувак дом построил. Не вижу. А, она как-то выделяется, да, ткань? Да, такая-то как бы кустик конопли торчит, но он... Ну, я знаю, как он выглядит. Думаю, ну, если что, покажешь мне. Поймешь, да. Но он выделяется, да, очень сильно, если это ткань? Ну да, увидишь. Но у меня экран немного потемнел. Зато, знаешь, какой от этого плюс? У меня FPS теперь стабильно 60. Было что, скакало, что ли? Ну, до этого, да, прыгало. Как ты снимал вообще? Так я сейчас снимаю, чувак, не волнуйся. Я просто, когда камеру кручу налево-направо, у меня рывки были. Да потом посмотришь, поймешь, что... Ух ты. А что, его можно сломать? О. Спальный мешок. Да, но нафига тебе это надо? В смысле, себе забрать? Не, а так не может, ты просто его сломаешь. И пацан у нас тут больше не появится. Бред такой. Почему я не могу угнать у чувака спальный мешок? Что, где логика игры? Ты грифер, что ли? Да нет, суть-то не в гриферстве, суть в том, чтобы не валялся хлам на дороге. Я чистюля. Да вообще не могу найти. Вообще. А он что, так спокойно растет везде? Да вообще да. Вроде трава как трава, че бы не собрать ее. Вот он, видишь? Смотри, вот он. А-а-а. Ну, с таким монитором, как у меня сейчас, его не особо выделяется. Ну да, если в таких зарослях, но вообще он растет, может, на голой поляне там где-нибудь. Ой, это что, чувак голый куда бегает? О, нифига себе голый! Он в броне, кажется, бегает. У него бензопила. Он у нас бежит с бензопилой, здорово. А мы же про разных чуваков говорим? Не знаю. Я слышу твоего. Бензопилой. А, он дерево попусть ломает. Пошли сюда, забей на него. Она бы нам пригодилась, конечно, ладно. Да пусть играет. Мы же не такие дауны, которые будут сидеть на крышах и стрелять по всем. Мы адекватные игроки. Да попробуй этого кабана замочить. Да нафига? Он со мной бежит! Он меня убил! Почему же такой чувак медленный? Горе-охотники. Блин, ладно, давай потом это все сделаем. Закончен там выпуск. Стой рядом с медведем, обалдеть. И моторной лодкой. А в ней есть что? А, пока сесть могу. А меня мед... Ну, медведь это сразу, он прям сам... А он сквозь лодку меня убивает, прикинь? Ну, это он... Скажи мне, где не так, а? Ну, не знаю. Он просто прибежал сквозь лодку и меня начал бить. В какой игре ты видел нормальные анимации, что ничего еще не пробегали и тебя адекватно убивали? Warface. Да? Да. Лучшая игра года. Ладно. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Всем всего хорошего. Всем пока.